сейчас, наверное, может и поменяет направление атаки. Нет, снова в Кошелю. Татьяна справляется. Гамова. Ну, вот так вот. Вот так поувереннее перевод в линию. У Гамовой, кстати, вот эта атака получается практически безупречная. Хороший прием Крючковой. Вот шанс. Первый темп. И он не проходит. Ну, вот блок. Блок. Гамова прихватывает. Но это, конечно, атака Мутых уже, кажется, непоправимой. Гамова, блок-аут, ну, потихоньку налаживаются дела у нее, невероятно ей сложно, конечно, она постоянно играет на двойном, на тройном блоке. Блок там высокий, говорить о каком-то преимуществе в росте, но... И вновь работает Соколова на блоке. Гамова, ох, попадать бы надо эти мячи. Касание там было у защитника, касание, да, мяч летел в аут, но, по-моему, что здесь на турнире Мари... Паула, который мы прекрасно знаем по игре в Заречье. До конца, до конца. И рискнуть может быть. Да, делает это Гамова. Немножко там засуетились мы в доигровке. Едва ее не потеряли. И тут только вот таким риском. Хорошо. Гамова в задней линии. После сложного приема Соколовой. Пусть подают. Любые с такими подачами справляются. Все справляется на блоке и подаче. То есть 7 очков с атаки за 5 сетов. Немного это, немного. И вновь Гамова. Вот это, наверное, самый отрадный момент, что Катя сейчас в порядке. Соперница это должно в напряжении держать. И как-то надо организовать погоду. Вот. Ну, заставим ошибаться. Наверное, ждать, пока начнем, бесполезно. И опять. Вот через Гамову играем весь старт сета. Ну, Катя свое, конечно, забьет, но хотелось бы разнообразия. Есть у нас и Соколова с очень приличным процентом атаки. И есть Кошелева, который немножко... Уж точно самая неопытная. Зато на подаче Гамова 5-6-2. Вот действительно у нас сейчас у сетки три дебютантки чемпионата мира. Вообще, представляете себе, да? Перепелкина, Кошелева, старцы. Наши подачи все. Гамова, блестящий, блестящий. Есть у нас этот вариант в обойме. 7-3, Катя. Классная атака задней линии. Вновь прекрасный прием Соколовой. Пока справляется с групповым блоком. Перепелкин. И вновь через Гамову. И вновь Катя, спасибо. 8-5 сборная России. Первому техническому перерыву имеет некое преимущество. Иначе его и не назовешь, потому что говорит, что оно какую-то спокойную жизнь нам обещает в следующем отрезке. Хотя бы даже этого сета не приходится. 7. Гамова, блок-аут, все четко и главное, все быстро. Гамова, браво, браво, опять выручает Катя. И снова все той же расстановки. Так поторопился сказать, что она уже прошла. Так долго находятся эти игроки на передней линии. Столько очков мы вроде бы собрали. И сейчас столько же не надо. Соколова, хорошее забегание за голову. Тащит вновь бразильянки. Рискует Наталья, но Крючкова внимательно. И Гамова от блока в аут. Очень важный мяч. Гамова задней линии на тройном блоке. Ну, неужели вот это вот порыв не получит помощи от партнеров, поддержки? Посмотрите, какой мяч выигрывает сумасшедший. Есть у нас Гамова на задней линии. Пока видим, что исчезла. Гамова буквально с ног сбивает Фаби Пушич. Ну вот, блок Гамовой очень все время. Долго-долго мы ждали, когда же там один в один, а против нее все время практически один в один нападающий остается. Может быть, это часть нашей тактики, чуть более внимание четвертой зоне, когда Кате на передней линии уделять. Так или иначе, очень сложно эти. Еще раз, сейчас, правда, уже и передачка неважная у Фабиолы получилась, навела она.
Гамова сокращает разрыв в счете. Бывали в истории случаи, мы знаем, как за счет 24. Гамова вправо. Непростая ситуация. Ситуация. Хорошая игра в защите, какой-то шанс появился. Гамова, браво! Это было действительно здорово. Вот из таких вот мелочей складываются победы в партиях, когда из такой защиты выходишь в доигровку. Причем доигровка, ну так, насколько... Тащим. Хорошо, сработал блок. Вот шанс Гамовой, брейковый мяч. Никаких шансов для забразильской защиты. Зато она не оставляет. 11-6. Вот такие мячи. Два уже таких в этой партии. Посмотрите, какие последствия. Оба раза мы уходим вперед. Хорошо. И прямо с подачи... Фабиана как-то уже без особого желания на этот мяч побежала. Дважды ее там прихватили. У нас получается сейчас все. Гамова 29. Ну, кто бы мог такой счет предположить в финальном матче. Жалко, вот ничего на следующий сет перенести нельзя из этого отрыва. Ну, есть проблемы, значит, надо вспомнить о Гамовой. Делает это Евгений. Молодец, Крючкова, Гамова. Здорово выполняет свой маневр. Пушечная атака 4 по 4, 2-1. Наша команда набирает первое очко в пятом. Вот сюда так, например. Гамова будет атаковать в нашей команде. 2-2, молодцы, девчонки сразу же достали соперника. Вот то, что нужно, без первого темпа. Подняли мяч в защите и довели до Гамовой. Такая, знаете, универсальный рецепт для сегодняшнего матча пока получается. Да? Ага, Фабиану закрывает Гамова 1-1. Вот это момент интересный. Интересный, важный. Видите, немножко Соколова упростила подачу. Не уверена она в той силовой, которая у нее была вот в начале игры. Сейчас надежность решила добавить нашему. Упростила Фабиола подачу. Сразу обыграем быстро и не успевает даже блок за этой атакой Гамовой, которую... И вновь через Гамову, вновь Катя блестяще атакует, 10-9. Видим, как трудно Люде Соколовой с ней справляться. Гамова, браво! Так прошивает этот блок, как будто там никого и не было. А был бы кто, это действительно было бы больно. Тут уж не позавидуешь оказаться в этом месте кому-либо из игроков. 12-9, наверное, можно рискнуть Люба. Ну, блок. Нет, еще раз будет атаковать Наталья. Помочь, можно помочь. Ну что, рискнет Катя? Браво! Не стала рисковать, шанс для блока. Сама же в защите. Гамовой атаковать. Все! Сборная России чемпион мира. Браво, великой команды, которая вытерпела, которая отстояла этот матч до конца, которая сломила этих могучих бразильянок. Поздравляем всех.